Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас новую порцию фишек для дома. Если вы собрались почистить много картофеля, например, на какую-то гулянку, на свадьбу, еще на другие какие-то мероприятия, для того, чтобы после этого не потемнели руки, есть одна классная фишка. Перед тем, как собираетесь почистить много картофеля, возьмите уксус и осторожно смочите все ручки со всех сторон уксусом. Пусть они в таком состоянии высохнут, и сразу начинайте работать с картофелем. После того, как вы час-два там сколько отработали с картофелем и уже все, помойте ручки очень хорошо водой, мылом, и после этого смажьте кремом для рук. Все, ваши ручки уже будут защищены и не будут потемневшие от картофеля. До встречи на моем канале и пока! Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить на них. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам и мир всем!